Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магии Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах. Под этим видео все ссылки на мои соцсети, Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал Аграфина. Сегодня у меня гадание по знакам Зодиака. 3-9 июля, вторая половина Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Помним, что зависит наша жизнь от солнца. Вот утром мы просыпаемся, и потому что у нас будет солнце. Также астрологические аспекты их расстановки, в зависимости от знака зодиака, влияет на наш разум, эмоции, физическое состояние, наши внешние события. И еще влияет родовая история, наша работа над судьбой. Но мы сегодня просматриваем именно астрологические. То, что я называю неподвижное, да? Девы. О, двойка кубков. Любовная любовь, партнерство, сближение эмоциональное, много разговоров, доверие, возможно, новая любовная связь, сближение в старых отношениях, такое вот, сейчас посмотрим, по работе черная карта, ого. Сложности, поломки, непредвиденные ситуации, перебои в работе, всякие вирусы в компьютерах и прочее. Также это, ну, внешнее, да, форс-мажор, одним словом. Что по состоянию социума, окружения, тут жезлов. А тут интересная карта сотрудничества, причем такое очень активное, где вы влияете на людей. И, кстати, такая одна из карт, где вы можете заработать в этой среде, отбить все ваши позиции. Если вы с казенными домами в какие-то там контакты вступаете, отношения, то все это у вас сработает. Десятка жезлов. Состояние здоровья, утомление, переутомление. Все пытаетесь взять на себя, уже не тянете. Также опасность от поднятия тяжести для вашего позвоночника. Будьте аккуратны. То есть такое вот. Да, девы, трудоголики любят на себя и физическую, и не физическую работу тянуть в вашей личной жизни. Ну, тут любовная любовь, что тут любовная карта так пошла с самого начала. Наслаждение отношениями, любовь, новая любовь, также в существующих отношениях. Вот вы радуетесь друг другу, вы очень друг другу нравитесь, между вами зажигается искра, старая или новая, тоже, как говорится, в зависимости от вашего семейного положения. Ого! Ну, девы, по-моему, с прошлого раза что-то необычное опять у дев. Туз пентаклей. Крупная сумма денег. Неожиданный результат. Материальный подарок, находка. Чрезвычайная материальная удача. Причем, кажется, не связанная с работой. Получается, по работе это черная карта. Что-то там... Откуда прям туз пентаклей, либо это идет ваша туз жезлов. Активность какая-то в обществе, в том числе это и социальные связи, влияние на людей, публичные выступления, какая-то государственная деятельность. Ну, туз жезлов, туз пентаклей еще может означать вашу, ну, как бы, работу в целом по удаче, кстати, да, какой-то. Ну, под того, что находка, клад, подарок, который вы заработали бы своим влиянием в обществе. Ну, тут может быть и то, что вы накопали, то, что вы открытие какое-то, награда может быть, кстати, по тузу жезлов тоже. Что-то такая очень-очень чудная карта у дев. Какие-то переломные недели. Так, теперь весы. Весы, переписки, перезванивания, ощущение, что этого вам недостаточно. Мысли о своих-то каких-то потенциале, о том, что вам хочется большего. На работе любовная любовь. Ну, в целом это наслаждение, вам легко на работе, вам нравится все, что вы делаете, особенно если вы работаете с людьми, детьми, семейными парами, общаетесь с людьми, именно ваша работа творческо, то есть вы в потоке, можно сказать. Даже если вы не работаете и не учитесь, то карта говорит о том, что вы наслаждаетесь жизнью, у вас достаточно для этого средств.
источники есть. И еще это любовь, связанная с вашими какими-то любовные отношения, связанные с любовными какими-то решением вопросов по деньгам. Это на работе, и пошли что-то покупать, продавать. Туз мечей, ну ты посмотри. Неожиданно разворот, связанный с вашим окружением. Это может быть и нож в спину, это может быть неожиданный отказ вас поддержать. Также это может быть какое-то известие, связанное с жизнью, прямо с смертью ваших родственников. Причем тех, которые для вас важны. Очень опасная карта, если у вас какие-то судебные заседания, может неожиданный разворот получиться, как удар. Ну, туз мечей, говорю, что очень противоречивое. По состоянию здоровья двойка кубков перевернута, говорит о том, что у вас такие эмоциональные перепады, могут быть перепады давления вверх и вниз, сердечно-сосудистые такие вот. В целом карта не означает там серьезного расстройства по здоровью, ну вот больше как эмоциональный отклик на вот это событие какое-то. Оно очень напряженное будет, очень вас впечатлить. По состоянию в личной жизни, двойка жезлов перевернута, вы не можете определиться, что вы хотите, как вы хотите, чтобы было. Также очень весовская карта, и ничего не происходит. Вот то, что происходит, вас точно не устраивает, вам хотелось бы как-то живее, активнее, но ничего нет. По вашему состоянию, так. На конец недели вы откажетесь куда-то ехать, как-то двигаться. Ну, в общем, бесы застряли в своих вот этих вот сомнениях и остались там, где они были. Вот. Еще что-то вот это вот событие какое-то неожиданное, оно вас в ступор вводит, заставит вас попереживать. Ну, в целом оно, я бы сказала, что оно компенсируется вашим какой-то готовностью. Вы, по сути, его как-то ждали и были готовы к этому событию. Вот. Вас поддерживает ваше окружение, кубки все-таки есть, люди. Так, наши скорпионы. Скорпионов, наконец, белая полоса. Выход из кризиса, освобождение от каких-то старых проблем, ограничений. Если вы где-то не могли выехать, выйдите. Если вы, у вас был аврал, то он закончится. Какое-то принуждение, может быть, у вас какие-то обязательства. То есть вы вышли из этих ограничений. По вашей работе, по вашим финансовым делам стабильно, ровно, понятно, такая тихая, спокойная жизнь. Какие-то деньги вы получаете, не сильно напрягаетесь. У вас есть заначка, то есть вы живете вот такой вот стабильностью. Покоем, не тратите лишнего времени и сил на свою жизнь, на свои какие-то заработки. Ну вот так. Тихо, спокойно. Вау, вау. Это сам скорпион, можно сказать. Блистать будет в каком-то обществе, где бы вы ни пошли. Да, говорливость, попытка очаровать. И это у вас получается. Противоположный пол. Загулять, компания, родственники, друзья, все это очень удачно. Также для женщин это какая-то пьянка-гулянка, и там вам, пожалуйста, мужчина вашего знака. А может тоже скорпион, может и нет. Одним словом, гульки с прекрасным принцем. Так, весельчаком, бабником, не совсем таким уж прекрасным, ну кому что. Так, состояние здоровья, неожиданный инсайт. Может быть наступить резкое оздоровление. Также придет какая-то счастливая весть о том, что все, что вам не надо лечиться или что вам не нужно делать операцию, облегчение, причем оно такое из ниоткуда. Так что вот так вот. Улучшение состояния здоровья, даже если у вас перед этим что-то такое страшное, прям вам совсем плохо. Сила. Ну, вы пребываете в силе. Поток пошел через скорпионов. Ваше влияние на противоположный пол очень сильно, на вашего мужчину. Вы по силе особенно сексуально привлекательны, обаятельны. У вас выбор есть среди партнеров. Также ваш партнер подчиняется вашим желаниям, да? Идет к вам навстречу. Вы в силе, пользуйтесь моментом. Продавливайтесь. О, еще один мужик.
И такой, и сякой. В общем, ну хотя это все так же. Итак, и мужчинам, скорпионам вы обаятельны, привлекательны, косите себе урожай из поклонниц. И для женщин тут нападалось. Такое, сякое, разное. И все они у ваших ногах валяются. И бабники, и не бабники, и старые, и молодые, какие хочешь. И вам очень весело и радостно от этого. Стрельцы. Ой-ой-ой, стрельцы твердо стоят, у вас есть помощники, у вас есть надежный тыл, женщина-бухгалтер. Все ваши расчеты подтверждаются, деньги идут, вы их правильно распределяете. Одним словом, крепкое финансовое, держите за это все крепкое финансовое положение. Девятка кубков по работе. Ну, работаете на расслабоне, вам все нравится, прекрасное общение, люди. То есть вы, можно сказать, с радостью этим занимаетесь. Если даже не работаете и не учитесь, ваш образ жизни позволяет, вас на все хватает, вы позволяете себе все, что вам нравится. Прекрасная карта. Также это еще означает любовь, встреча какой-то. Что очень многих знаков, любовь на работе прям. Что-то там с каким знаком, с Венерой. Что-то, куда она зашла там. Так, выход из каких-то сложных отношений, сложный разговор внесет ясность ваши отношения с друзьями, родственниками и социумом. Закончится период, в котором вы шли, как говорится, на ощупь с непониманием. То, что вас тяготило, то, что было мутным, непонятным, наконец разрешится. Это и отношения с родственниками, с друзьями, также какие-то вопросы в казенных домах прояснятся. Так, здоровье. Резкое изменение состояния здоровья. Одна из карт непредвиденной беременности, ну скажем так, залета. Также одна из карт, где резко может повыситься давление, упасть давление, сердечный какой-то приступ. Причем он давно уже это все зрело, просто сейчас выходит какая-то пиковая ситуация здесь. Выходит из-под контроля. То есть ваш этот также возможно травма. Вообще опасная карта. Вынуждена операция. То есть вы не хотели, не планировали, не были готовы к ней и так далее. Будьте аккуратны. Состояние в личной жизни стабильно. Вы не вкладываетесь сюда ни временем, ни силами, ни эмоциями. Как-то ко всему очень спокойно. В семейной жизни тихая, спокойная жизнь. Начало новых отношений вряд ли, хотя тут есть любовь на работе, пока не ясно, да, но как-то серьезно пока на вашу жизнь это не влияет, на вашу там, не выбивает вас из колеи. Все это легко, свободно. Так, и карта все-таки эмоциональные перепады. Ну, эмоциональные перепады я бы связала это все-таки с вот этим вот, с этой луной. С этим какими-то разборками, для какие-то у вас прям эмоциональный такой вот перепад будет. И связано же, говорю, что все-таки берегите себя, потому что все-таки туз мечей здоровья, резкое изменение состояния. Еще же говорю, что возможно травма с этим, видите, как эмоциональная реакция. Вполне реально, что вам придется отходить от этого на конце недели. И заставят вас попереживать. Состояние здоровья очень важно для нас, да? Наши козероги хлопочут в энергии, очень активны. Также, возможно, занялись своим там похудением, внешним видом. Хлопочут молодой любовник, молодой флирт, так, с каким-то таким молодым совсем. Бодрая, активная карта, в общем-то, такие энергии. По работе придется вам отстаивать свое мнение, но вы отстоите, вы сможете. Также выбор между какими-то вариантами, все вас хотят, чтобы им что-то сделали, помогли, или активность какую-то к вам проявляют, ну, вы будете выбирать самое лучшее для себя. Так, по вашему социуму. Ошибки, люди, которые вам советуют, ложные какие-то, ложную информацию передают,
пытаются вас сбить, возможно, непреднамеренно. Одним словом, не стоит к ним прислушиваться. Будьте внимательны к этой информации. Она ложная, она ошибочная, люди не те, в общем, будьте внимательны. Состояние здоровья козерогов. Ну, состояние неплохое, единственное, что может быть какая-то несобранность ментальная, не можете определиться, не можете собрать мысли. Есть такое вот. Также проблемы с мелкими суставами. Ухудшение состояния не означает, улучшение тоже. Так, ваша личная жизнь, королева пентаклей, если вы женщина, козерог, то ну, не эмоциональная у вас связь, не эмоциональные у вас такие отношения. Вы смотрите на все с точки зрения материального, просчитываете и не особенно довольны вашим расчетом. То есть вас заботят ваши финансы, семейные, не семейные, ваши личные. Для же мужчины это знакомство с женщиной, но опять же, вот она такая вот расчетливая тетенька ваша для козерогов мужчин. И знакомство может быть, да. Но женщина вот такая. Если уже есть у вас женщина, то вот она будет что-то вам про деньги говорить. И как-то вас это не радует, и любви, эмоций вам не добавляет. Спад, спад. Спад любовной любви. Водолеи. Что у нас в Водолеи? Король чаш. Ну, какой-то любовная любовь. Любовник, веселье, развлечение с мужчиной. Такое, как говорится, бабник, развратник, ляпотун. Друг. Возможно, что это друг, который не прочь задружить более близко. Ну, для мужчины это родственник такой. Гуляка-выпивака. Так, по работе. Не стоит на работу. Что работать, если можно не работать? Нет активности, нет собранности. Возможно, просто такое понижение энергии. Или перед этим был подъем, а сейчас вот спад. Так бывает, это нормально. Так, дьявол. Вау, социальная жизнь дьявол. Дьявол тоже неоднозначная карта. Говорит о том, что какое-то общество вас завлекут или попытаются совратить, там что-то вас и обмануть, вас и соблазнить, а может быть и вы сами. Тут кто возглавляет безобразие? Если вы маг, если вы сами маг, то это большая прекрасная карта. У вас много клиентов, много желающих, и даже слава может это означать. Если вы не маг, то это вот вам занятие мага, обращение к магу, но вне этих ситуаций это, конечно, соблазн, попытка вас обмануть, соблазнить, подставить. Дьявол. Что дьявол, только его обвиняют, да, в чем-то там. В реальности самое опасное, это те, кто вас подставляют, обманывают. Так, король жезлов вашей. Король жезлов, здоровье. Ну, вы активны, бодры, особенно если вы мужчина, водолей. Для женщин мужчина такой, так как любовник в постели, прям хочет вас, прям горит желанием, эротические связи. В целом, позитивная, бодрая карта. Для состояния личной жизни прокручивается старое колесо, колесо фортуны на остановке, то есть появление бывшего старого с теми же самыми ля-ля-ля, бла-бла-бла. Если это в существующих отношениях, опять те же самые разговоры, ничего не двигается. Если вы хотели что-то изменить, то вот оно пока стоит. Особенно колесо фортуны старший аркан не способствует какому-то движению, не способствует. Старые связи, скорее всего, пока тут про новые речь не идет. Ну и конец недели. Десятка чаш перевернутая. Избыток всего, водолей всего наелся, и я бы сказала, хочет уйти просто помедитировать, потому что пресыщение уже наступило от всего. Хотя тут бурная неделя, смотрите, дьявол, мужчина, огонь,
Король кубка. Ну что, женщинам-водолеям очень бурная неделя. Отдыхать есть от чего. Ну и мужчинам тоже. Водолей прям на этой неделе похожи на каких-то овнов или или львов. Вот так. А с вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения с заплатными услугами под этим видео. До свидания.